Привет, друзья! Ставьте на паузу и подписывайтесь на мой канал, я буду вам очень благодарна. Огромная утрата для мира спорта. В России ушла из жизни великая спортсменка и легендарный тренер. Вечером 30 марта на 87-м году жизни скончалась Рема Павловна Меньшова. Рема Меньшова родилась 11 сентября 1932 года в городе Калинине, ныне Тверь. В 16 лет она пришла в секцию конькобежного спорта, где и нашла свою судьбу. Под руководством заслуженного тренера СССР Владимира Честного в 1951-м Меньшова стала первым мастером спорта СССР по конькобежному спорту, установила несколько рекордов Советского Союза, становилась чемпионкой и призером РСФСР и СССР. В течение 8 лет Рема Меньшова входила в состав национальной сборной. На Всемирных студенческих играх 1951 года она завоевала 2 золотые медали. На Всемирных студенческих играх 1953 года стала серебряным призером. С 1962 после окончания Ленинградского института физической культуры и спорта, Рема Меньшова работала в родном городе тренером по конькобежному спорту. В 1964 стала тренером сборной России. Под ее руководством Галина Степанская завоевала золото зимней Олимпиады 1976-го. Нина Статкевич выиграла чемпионат мира и Европы. Меньшова выпустила звездную плеяду тверских конькобежцев, которые добились серьезных результатов на различных международных и всесоюзных спортивных состязаниях. Среди ее наград – почетная грамота Верховного Совета РСФСР, почетный знак Государственного комитета Российской Федерации по физической культуре и туризму за заслуги в развитии физической культуры и спорта, почетная грамота губернатора Тверской области и знак губернатора во благо земли Тверской. Практически до последних лет жизни Рема Павловна продолжала на общественных началах заниматься с ветеранами конькобежного спорта, которые с честью представляли город на всероссийских и международных соревнованиях в категории «Мастер». Благодарю вас за просмотр. Делитесь видео с вашими друзьями. Пишите ваши комментарии. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе самых последних и актуальных новостей.